Друзья, всем привет! Наступил утро, решила сделать бутербродик к чаю. Нарезать хлеб. Нарезаю хлебушек я примерно вот так. И колбасочка. Колбасочка у меня вот такая печеночная. И колбасочка у меня сырокопченая. Колбасочку нарезаю полукольцами. Дорогие друзья, вот такие замечательные бутерброды к утреннему чаю у меня получились. Всем приятного утреннего чаепития!